будем друзья и встретим с улыбкой конец декабря. Окутан метелью весь город не спит, он лишь в ожидании чуда молчит. Наряды, веселье и радость в глазах, по ветру развеем ненастье и страх. Поздравляю и желаю счастья, мира и добра, чтоб побольше зажигались, словно искорки глаза. С Новым годом, с новым счастьем, море света и тепла, пусть сопутствует удача в этот вечер волшебства. Волшебную сказку рисует земля, усыпана снегом красиво светла. Снежинки летают и тают во тьме, и ночь наступает, как будто во сне. Окутан метелью весь город не спит, он лишь в ожидании чуда молчит. Наряды, веселье и радость в глазах, по ветру рассеем ненастье и страх. Поздравляю и желаю счастья, мира и добра, чтоб побольше зажигались, словно искорки глаза. С Новым годом, с новым счастьем, море света и тепла, пусть сопутствует удача в этот вечер волшебства.
все те, кто постарше. Ну, вы, конечно, меня узнали, да? Вы думаете, что это я придумываю сказки? Ничего подобного. Я придумываю только начало истории, а дальше она живет сама. Чем загадочнее и невероятнее начало, тем интереснее получится сказка. Я и сам не знаю, чем закончится эта новогодняя история, но знаю одно – все будет хорошо. Короче, ерунда. Не кажется! Так и не читай!
звездный час. Как долго я ждал той минуты, когда ребята перестанут верить в чудеса и сказки. Наконец-то волшебная книга в моих руках. Кручу, верчу, запутать хочу. Сказочный герой, длиной я вас укрою. Поменяю вас местами, перепутаю ролями. Кто был добрый герой, сей минуты станет злом. А вы, слуги мои верные, жадина, дурёха, трусиха и злюка, отправляйтесь в волшебное королевство и сотрите порошок. Щедрость, мудрость, храбрость и добро. И вся эта суматоха кончится для сказок плохо. Все погрузятся во тьму гаджетов и перестанут воспринимать реальность. Не особят вы этот шумный и радостный Новый год. И счастье вам не принесет. Мы теперь таких сказочек понасочиняем, что весь мир содрогнется от ужаса. Что это было? Да, я сама ничего не поняла. Ребята, ребята, да. А где книга сказок? А то не могу. Волшебная книга, и теперь она попала в руки к повелителю тьмы. У нас никогда не получится ее вернуть. Саш, ну подумаешь, сейчас скачу книгу «Новогодние чудеса», и все встанет обратно. Да. Посмотрим. Давай, ты нас спросите. Окей, Google. Ага. Книга «Новогодние чудеса». Ага. Так. Что? Ой. Экран выключился, и ничего нет, ничего. Я ж говорю, книга волшебная, ты ее там найти не сможешь. Ну что же нам теперь делать? Леша, хоть ты и помнишь, в книге были слова о том, что надо сделать, чтобы волшебство исполнилось. Нет, я ведь книгу так не читал, а только страницы перелистывал. Так я ж читал, я знаю. Чтобы волшебство исполнилось, нам нужно взяться за руки, закрыть глаза и загадать желание. Ничего не получается. Я знаю. Что? Мы же загадали разные желания. Точно. А надо одно на всех. Вот. Да, давайте еще раз. Давайте. Если мы глаза закроем и подсматривать, закрой глаза, не будем. Целый мир чудес откроем, о котором помнить будем. Thank you.
магии-то у нас нет. Да. Я ее потерял. Эх ты, ёж. Я ведь не верил в сказки. Да, и в это время раздался гром, молния, и повелитель тьмы со своими слугами, жадными, дурёхой, трусихой и злюкой овладели ей. Да-да-да, а еще они сказали, кто был добрый герой, станет злой, и новогодние торжества никогда не наступят, представляешь? Ой-ой-ой-ой, я и не думала, что есть дети, которые не верят в сказки и волшебство. Ну, ты же нам поможешь, Снегурочка, как же нам быть? Ну, конечно, это дело поправимо. У меня есть мешочек с волшебными новогодними игрушками, которые излучают свет щедрости, мудрости, храбрости и добра. Если их сияние соединится, то чары повелителя тьмы разрушатся. Смотрите! Что случилось? Что я не думала, что все так плохо. Что такое? Видите, новогодние игрушки потеряли свою волшебную силу света. Как это? И теперь, если мы до Нового года не успеем вернуть им волшебную силу, то сказочное королевство исчезнет. И никогда не наступит Новый год. И как же нам все исправить? Да, как? Что теперь делать, Снегурочка? Я думаю, нам стоит отправиться в сказочное королевство и помочь героям не совершать плохих поступков. Если вы все сделаете правильно, то игрушки вновь обретут свою силу. Но мы отправимся в путь каким бы трудным ни был. Мы соберем всех сказочных героев на новогодний бал. Конечно. Не побоитесь? Ну так ведь мы же не одни, Снегурочка. Посмотри, как нас много! Ребята! А вы готовы отправиться с нами? Хорошо! Держите! Это волшебное зеркало. Оно укажет вам путь. Только обязательно запомните слова. Какие слова? Зеркало волшебное. Правду расскажи. И дорогу верную. Ты нам укажи. Запомнили? Да, запомнили. Да. Да. Вы запомнили? Да. Хорошо. Но знайте, ожидает путь вас долгий. И к тому же непростой. Зло узнать под маской доброй нелегко порой. Коль в пути придется туго, нужно не теряться. А покрепче друг за друга вам, друзья, держаться. Ну что, в путь? Три-четыре. Все вместе. Зеркало волшебное, правду расскажи, и дорогу верную ты нам укажи. Thank you.
чешется. Ну давай у него хоть ботинок погрызем. Пошли вон! Таким мы выше. Thank you.
плачь, Мари, пожалуйста, не плачь, не плачь, все будет хорошо. Но как же мы можем помочь тебе, Мари? Стой, подожди. Говорят, под Новый год что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Не плачь, пожалуйста. Наконец настал мой час! Править балом без сомнения буду только я сейчас! Эй, мышиные полки, норы покидайте! Будут новые порядки! Украшения с елок снять! Сгрызть игрушки и подарки! В дару перетаскать! Чтоб ни игр теперь, ни песен по углам развесить! Сыры! Окна черным занавесить! Полотела всюду дыр. Мышинка, хоть ты смогла попасть на праздник, но мы не допустим, чтобы ты здесь на маму. Пошла прочь, дай колдунья, и не смей нам мешать. Ах, так. Да, так. Да, да. Противные дети, берегитесь. Я ухожу. Прости. Сейчас нас заведем, и мышиню в плен возьмем. Ну что, ребята, потанцуем? Дай, 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 дай
тряпку, я тебя миг обучу. Нельзя, ваше величество, нельзя, батюшка царь Макар, не царское это дело полы натирать. Не видит кто, разговор не оберешься. Вы уж сидите, отдыхайте. Ну и что это за жизнь у меня такая, а? Топором работать нельзя, неприлично. Вот скажи мне, Гаврила, есть мне житье в этом царстве, а? Нет, нет вам житья в этом царстве. А вот тогда брошу все и уеду в деревню к бабушке. Буду рыбу на удочку ловить, пахать, как все люди. А вечером, вечером буду на заваленке песни играть. Гаврила, подай мне сюда балалайку. Нельзя, ваше величество, не положено вам на балалайке играть. Не царское это занятие. Я вам поп, гусли дам. Давай, давай. Вот весь день блинчите. В темном лесе, в темном лесе, в темном лесе, в темном лесе, за лесью, за лесью, распашулья, 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 распашулья. Гаврила, а что я распашу-то, а? Пашенки, ваше величество, Пашенку. Точно, Гаврила, спиши мне слова на бумажку. Уж больно песня нравится. Так я ж безграмотный, ваше величество. Верно, верно, да. Ну и темнота в моем царстве. А вот, Гаврила, подумал я, уеду, а войско-то мое не разбежится? То не должно, ваше величество, с чего бы ему разбегаться? Блин, Гаврила, разбежится, не разбежится. Ну, долго от тебя, как вон от того полена. Ваше величество, Боярская дума собрана. Разрешите войти? А знаешь что, Дундук? Быть царем так же плохо, как и не быть царем. Прекрасная мысль, ваше величество. Я обязательно запишу это в книжечку. Глупость это, а не мысль. Ваше величество, это же моя работа, работа писаря. Все, что вы скажете, записывать для внука. Для них каждое ваше слово золото. Золото? Нет. Ну тогда пиши. Да смотри, ошибок не наделай. А как у нас дела в государстве-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ваше величество, все отлично у нас в государстве. Хорошо, хорошо, продолжайте. И никакая беда нам не грозит. Молодец, следующий. А вот неприятности имеются. Какие? Даже целых две. Перво, да, перво. Ну-ка. Лихо одноглазый. Сбежал. Лихо. Что ж мы делать-то будем? У нас Новый год на носу. Так, Диана, Василиса Премудрая, скажи, что нам делать? Надо объявление по деревням пустить. Ну, кого сбежала лихо одноглазая? Лет ему столько-то. Кто найдет, тому награда. Пол бочонка серебра. Его мужики брата сыщут. Правильно, правильно. Неплохо придумала, да. А вторая какая новость? Говорят, что вы, царь-батюшка, собираетесь нас покинуть. В деревню уехать! Тихо! Ну, ваше величество, чьи же я буду мысли записывать? Спокойно, спокойно. Тут и вы как раз, бояре, остаетесь. И Василиса Премудрая. И дочка моя, кстати, где она, Несмеянушка. А мое слово твердое.
Уеду! Все! Все свободны! Ну и как же мне теперь быть? Что же мне теперь делать-то без царя-то? Кому я нужен-то теперь без царя-то, а? Меня же теперь работать заставят! На кухню пошлю, дочь! А мне мой батюшка, царь Макар, сказал, если я наплачу целое озеро, то он мне чего? Карету подарит? Карету? А так? Ну что? Поплачь. Ну давай, поплачь. Несмеяна Макаровна, оторвитесь на минутку. Дело есть. Какое? А я вот спросить хочу, а кто в нашем царстве самый сильный? Самый сильный? Ну, пожалуй, Никита Кожемяка. Он целых 8 лошадей притянул. А вот и нет, а вот и нет. Самый сильный у нас в царстве будет... Кто? Кощей Бессмертный! Это верно! Но только у него, у Кощея, секрет есть. Секрет? Да, мне об этом по секрету Василиса Премудрая сказала. Ну-ну-ну! Коли он Кощей один, так с ним любой мальчишка справиться сможет. А если у него друзья появятся или... Войско! Тогда сильней нет никого! Да-да-да, говорят, тогда он столетний дуб мечом в раз перешибет. Ни огонь ему не страшен, ни вода, ни вообще ничего. А я этого и не знал вовсе. Да, Несмеян Макар, где он, Кощей Бессмертный, сейчас молится? Да в подвале царском сидит! 200 лет там и находится. Интересно, интересно. Ну, я пошел. Все, а? Что-то он непутевое задумал. Кто? Да писарек, вот кто. Надо бы за ним проследить. Точно. Ты беги, а я пока за Василисой Премудрой пойду. Давай. Сообразительный, кем ты был по должности?
писарь, ваше злейшество. Я просто писарь. Тундук. Отныне ты не писарь. Я назначаю тебя своим другом. Первым другом и советником. Рад стараться, ваше злейшее величество. А теперь мне не терпится надеть царскую корону. Но перед этим, Тундук, пиши указ. Пишу указ. Первое. Собрать войско безжалостное. Собрать войско безжалостное. Второе. Вызвать ко мне лихо одноглазое. Вызвать лихо одноглазое. Да, это мой старый друг. С ним мне никто страшен не будет. Все, действуй! Развалится. Одни все беды в нашем царстве идут. Фу-фу-фу-фу-фу. Главное, чтоб ко мне не подходило. Звал меня, Кощей, ты смерть. Звал, звал. Здравствуй, лихо. А я погляжу, ты так и не вставил себе зуб. Но ничего страшного, мы это исправим. Хочу, чтоб ты заслужил мне службу верную. Ха, рад стараться. Что испортить? Какой беды наслать? Кого в плен взять? О, схватить! И сюда доставить царя Макара и Василису Премудрую живо! Пусти меня, предатель! Я тебя пищу! Иди, Макарушка! Значит так, уважаемый, сейчас ты берешь перо, бумагу и пишешь, что престол, государство и корону мне уступаешь. Да ни за что на свете! Даже и не подумаю! Ну, ваше величество, мы все равно собирались в деревню уехать. Сегодня собрался, а завтра разобрался. А трон я все равно бы Василисе Премудрой оставил. К слову о Василисе. Приказываю тебе, Василиса, изобрести и изготовить луков самострелов 200 штук, ковров самолетов 100 штук, шапок невидимок 1 штуку, мечей 50. Все, сроку 3 дня и 3 ночи. Да не буду я этого делать! Ты меня хорошо знаешь! А не выполнишь приказа, будешь век вместо меня сидеть в подвале приковано, и все, связать их. А нас с тобой, друг мой, ждут великие злодеяния. Будем завоевывать государство соседнее. Что же я наделала? Прости, Василисушка, разболтала я тайну о силе Кощеевой. А ты, Дундук, предатель! Их тоже схватить! В темницу бросить! Отпустите их немедленно! Девочек убежать нельзя! Дорогу в вашу сказку нам указало волшебное зеркало. Да. И мы тут не случайно. Мы должны помочь нашим друзьям. Да. Освободите их немедленно!
Да, повелитель тьмы погиб. Так вы от повелителя тьмы. Ну это наш старый друг. А значит, и вы наши друзья. Добро пожаловать. Мы пришли сюда, чтобы честно смело свернулись в сказку. Кого? Честность? Смелость? Да. Ну уж нет. Это не про нас, ты понял? Все, идите своей дорогой, нам не мешайте. Мы не знаем, что это такое честность и смелость. А это тогда, когда все по правилам. Правда, несмотря ни на что и ни на чего. Правда, ребята? А если мы нас научим честной игре, вы отпустите наших друзей? Ну не знаю, давайте посмотрим на вашу игру. Thank you.
для сказочных жителей, а также и для людей. А я Белоснежка. Врачу помогаю. Гостей с уважением. С лаской встречаю. А методика лечения проста. Не нужно укол. Спасет доброта. Но как же узнают про нашу больницу? Как же поймут, что здесь можно лечиться? А давайте отправим в дорогу цыплят. Они ведь так громко, не звонко пищат. Пусть бегут они во всех нас. И расскажут всем об этом. Я стрекоза. Я по улицам гитана. Ты в обморок упал. Все ясно. Лето красное пропела, витаминов не поела. Чтобы в обморок не падать, вместо пряников в конфет ешьте яблоки, морковки. Вот вам стрекоза молится. И брусники, и сироп получаете. И каждый день его принимаете. Ах, спасибо, Айболит. У меня прекрасный вид. Вот и славно. Здравствуй, здравствуй, милый врач. Горе у меня, хоть плачь. Я ведь лучший музыкант. Голос у меня такой, позавидует любой. Не волнуйтесь, не спешите, все подробно расскажите. Очень горушка болит, помогите, Айболит. Не звучит ни до, ни фа, это катастрофа. Без искусства мне не жить, как же горушка лечить? Ну-с, пошире клюв подкройте. У тебя, дружок, ангина, горло чуть воспалено, но поправится оно. Горло будешь полоскать, голос свой вернешь опять. Вот тебе раствор лечебный, полощи. Вот спасибо, Айболит. Голос мой опять звучит. Что ты хочешь, волк волчище? Отвечай скорее, дружище. У меня обед по расписанию, а я люблю здоровое питание. На обед поймал я вот этих поросят, четырех маленьких моих золотых хорошеньких, золотых прям ребят. Но у них, как видите, плохое воспитание. Скажите, доктор, пригодны они для питания? Я сейчас это смотрю. Чем смогу, тем помогу. Славная вы детвора. Вам бежать давно пора. Вот, ты прав. У них ужасное воспитание. И они совершенно непригодны для питания. Врешь, ты жалкий докторишка. А ну ко мне, мои детишки. Вам устоять, я сказал. Thank you.
Раз, два, три, четыре.
Правильно! Ну, и мы все теперь пойдем учиться! Какие молодцы! Смотри, какой красавец!
Значит, выйти замуж за полка. Не выйдут! Ну, как так? Ну, чем тебе полкан не пан? Ты умный, и богатый, и старый. Ой, кто? В общем, одним словом, ох, какой жених! Я говорю, не выйду за Балкана! Не выйду! Ах, так, тогда из терема ты у меня никуда не выйдешь! Ну и не выйду! Thank you.
волшебный я зайду и в беду не попаду. Попрошу у леса чудо и корабль там добуду. Ты дороги да. Не найдешь! Стань! И пути к месту нет! Попадешь! Да. Нет! Я отсюда не уйду! Все, что надо, сам пойду! Уходи! Вот наш совет! Можешь слушать, можешь нет! Ничего, расшумелся! Разбудила меня! И откуда прибыл к нам? А послали ли сам? Сам! Очень мне летать охота! Мне нужно построить летущий корабль! Что желаешь ты летать? Очень я могу понять! Понять! Сам взлетел бы я давно! Да вот видно, не дано! Не дано! Меня внутри водится, довелось таким родиться. Родиться! Не судьба, видать, ну что ж, парень, видно, ты хорош. Хорош! Иди сюда, слушай. Есть у меня ящик с волшебными инструментами. Волшебными! А чем же они волшебны? А тем они волшебные, что к доброму человеку сами в руки идут. Сами! А от недоброго ускользают. Не боишься? Не боюсь. Тогда кикиморы, тащите ящик сюда. Быстрее! Черт за мной, подумала мужчина.
тысячу лет мы русского духа видом не видывали. На сколько мне смотрели? А на чё я? Это вот, суп из мухомора пригорел. Вот и аромат. Да где ж мне стоит-то брать? К нам уж целый год никто не захаживал. Вот и ешь свой мухоморный суп. У меня уже от него живот болит. Походи-ка. Ты что, не чуешь? Нам гости пожаловали! О! Явился я вам! Не звал, не ждал! А ну! Садись, голову! Да я костер! Как прошу, нету! А чё это вы костер разводите? В печке же удобней, но и вкуснее было бы! Так, печка-то у нас, Иван, 200 лет! А давайте я помогу. Ну-ка. Куда ты пошел-то, а? Да чего? Ты сейчас посмотришь, что ты надо сделать. Так. Ага. Ну ее почистить надо. Давай. Ну-ка. Что такое? Что там? Ну вот. Работай, наша печка. Принимайте работу. Летучий корабль полетел. А ну-ка, иди сюда. Вот же это, печку-то нам починил? Да. Давай слова заметные скажем ему. Давай. Пойдем. Иди сюда. Значит, запоминай. Так. Земля прощен. Давай. Земля прощен. В добрый путь. Добрый путь. Да нет, фигня какая-то. Ну и на этом вам спасибо. До встречи! Ой! Ой! Какой хороший человек! Да! А какой красавец! Ой. Ну чё, помёт вам! Помёт вам! А чем докажешь? Он у меня в руках, значит, мой. Эй, стража! Не упустить ни одного! Головой отвечаете за каждого! Полкан, а нас-то за что? Ты ж хотела на забаве жениться! Да на кой мне теперь твоя забава, когда в руках у меня летучий корабль? Я с ним в других странах себе невесту и побогаче найду. А это некрасиво, брат, чужое. А еще и обманывать. А вы кто такие, а? Вашу сказку она открыла в ошибное сердце. Наверное, здесь нужна наша помощь. Повелитель тьмы ощутил волшебную книгу сказок и отправил своих гадких слуг в сказочное королевство, чтобы Новый год никогда не наступил. Правда, ребята? Счастье произошло. А мне очень даже повезло. И скоро я завладею всеми государевыми богатствами. Неправильно же, нехорошо быть таким жадным мальчиком. И что? Ребята, а я, кажется, понял, почему Богдан такой жадный. Почему? Это все потому, что у него никогда не было настоящих друзей. И с ним никто ничем не делился. Правда, Богдан? Правда, ну и что? А давайте поделимся с Полканом нашим хорошим настроением! Thank you.
вместе три, четыре. Серёжка волшебный, нам кто-то скажи, и дорогу верную ты нам укажи. Но
Здравствуйте, милые добрые дети! Вот мы встретились с вами, друзья, на самый чудесный праздник на свете не мог не прийти, не прийти к вам нельзя. Каждый из вас был активным и смелым. Вижу, растет подходящая смена. В зале пусть станет больше огней, и пусть наш праздник начнется скорей. Дедушка Мороз, а что же наша елочка не сверкает новогодними огнями? Ух ты, и вправду! Сейчас, внученька, мы все вместе наведем порядок. Волшебство прекрасное, землю украшай, елка новогодняя, гори, сияй, сверкай! Хоровод красотой, таинственной и строгой, сердце нам наполнит Новый год. Он нам дарит веру в добрый случай, он нас тянет за собой вперед, помогает становиться лучше всем на свете людям. Новый